Семью беженцев из Луганской Народной Республики приняли в Каспийске. Женщину с двумя детьми, 4 и 6 лет, сразу же пригласили на встречу в мэрию. Здесь выяснилось, что Екатерина Синельникова нуждается в трудоустройстве. Глава города Борис Гонцов вручил детям подарки и пообещал оказать содействие и с поиском работы, и с устройством мальчиков в детский сад. Мы пригласили, конечно, в первую очередь это МКУ образования с целью решения вопросов определения в детский сад и в кружки дополнительного образования. Также были представители органов внутренних дел по регистрации в городском округе с целью того, чтобы в дальнейшем получить все услуги, предоставляя центрам социальной защиты, управление социальной занятости и предоставление всех положенных выплат, в том числе и заключение социального контракта. Мы предложили ей трудоустроиться лаборантом по ее специальности. Она закончила медицинский техникум в одной из школ города Каспийска. 19 числа выехали, 20 мы были здесь. Почему? Потому что эвакуировали наши области, Луганскую и Донецкую. Был приказ вечером, мне позвонила из сада заведующая моих детей и сказала, что эвакуируют детей, женщин и людей пожилого возраста. Собрали самое необходимое, то, что было, какие-то денежные средства, документы, ну и вещи первой необходимости. Из соцзащиты сразу же позвонили, приехали, продуктами питания помогли, и одежда детям, да, ну, это все, как бы, во всех сферах, спасибо большое, у меня просто нет слов, поддержали.